На 301-м километре автодороги «Россия» опрокинулся мотоцикл. По всей видимости, водитель мотоцикла, мужчина 81-го года рождения, не учел погодных условий и не справился с управлением. С ушибом грудной клетки и переломом ребер мотоциклист доставлен в больницу Вышнего Волочка. Пострадал и пассажир мотоцикла, мужчина 74-го года рождения. От госпитализации он отказался. По данным ГИБДД, мотоциклист и его пассажир были в шлемах, но без экипировки. А вот что случилось с автомобилем Ford Focus, владелец которого не справился с управлением, и машина съехала в кювет. 20-летнего водителя с переломом руки доставили в больницу. Его машину пришлось извлекать из-под завала деревьев. Семнадцатого сентября школьники и ветераны вооруженных сил вышли на масштабный субботник. Здесь, на территории средней школы номер 52 в поселке Мамулино, в 2002 году была заложена аллея памяти героя России Ильи Касьянова. Субботники здесь организовывались не раз, но впервые имя Ильи Касьянова собрало на эту аллею столько людей. Бок о бок трудились и молодые, и ветераны. Все, что здесь делается, это на те средства, которые члены Совета ветеранов собирают сами. То есть поэтапно мы вот на сегодняшний день мы закончили установку плиты и заканчиваем укладку дорожки. Пока одни облагораживали аллею, другие занимались укладкой плитки к стелле. Это память о наших военнослужащих в первую очередь. Элемент военно-патриотического воспитания для молодежи. Они сами пришли, с удовольствием принимают участие. Ну и в целом создание такого значимого на территории школы памятника в честь героев, которые принимали участие в чеченской кампании. На нашей Тверской земле немало мест памяти, связанных с героями, отдавшими жизнь за свою родину. На примере их яркой, самоотверженной жизни и должны воспитываться новые поколения будущих защитников Отечества. Мы бы, конечно, были бы рады, если бы, скажем так, неравнодушные граждане оказали в том числе некую финансовую поддержку. В следующий раз, когда будем проводить субботник, обязательно опять мы уже ставили граждан, проживающих на территории поселка Мамулино, но, к сожалению, как бы не все откликнулись. Надеемся, совсем скоро аллея, заложенная 20 лет назад учащимися этой школы, обретет новую жизнь и увековечит несколько имен наших земляков, героев России. Кроме Ильи Анатольевича у нас имеется еще три героя Российской Федерации. Именем Ильи Анатольевича в Мамулино названа улица, именем героя Российской Федерации Баталова Игоря Адольфовича названа улица в Мигалово напротив Суворовского училища, и ему там мы устанавливаем тоже памятный барельеф. И, по всей видимости, появится здесь еще на этой аллее фотография героя России рядового Иванова.